как правильно разговаривать с низкими людьми, да? На экране просто полная чернота, да, говорит, слишком ярко, блядь, нахуй. Запрет, блядь. Побольше тогда. А два раза правой кнопкой попробуй нажать. На что? На какую кнопку? На пробел, на Enter, на Escape, блядь. Alt+F4. На правую надо. Кнопку мыши. Нет, не нажимается, блядь. Ты туда уже побежали, да? Да, уже на месте. Давай, катись. Серфи. Блядь, игры нитро не собрал. Я испугал. Прям бы я напальнул. Да, он любит найти. Смотри. Что, смотри, Гу, смотри, сзади стоит, смотрит. Мама! 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 Здорово. Ай-яй-яй-яй. Все нормально. Он вообще выше. Ну ладно. Я это видел. Просто скажу такой гу вали. Ёпченко, вперед. Надо прыгать по ней, ну что ты? Прыгаю. Блять, Ян. Свидание, Ян. Ты живой? Ух ты! Всех поймал. Красиво! Сука, на тебе. Бум! Вот это хорошо было! Это заебись! Бля, Рэнки не заебись! О, нормально! А что это было, блядь? Я просто нажал на него прыжок. Красиво. Культ свидетелей вагины. Обанят сразу. За что, бля? За вагину. Сука, какие вы, бля. Кайфоломы, вот вы кто, бля. Бэтмену нельзя кунилингу сделать, и тебе вагину нельзя. Спасибо. В вагине нельзя состоять. Пизда. Да, именно в ней. Невозможно пройти, ими написано. Бля! Куда его давать? Бля. Жалко, что вот эта маскировка, она не баф, который можно спиздить. Да, думаю, ты сейчас дал 300. Кстати. Смотри! Я спиздил баф! Да ладно! И побежали. Мамаша, конечно, хуйню принесла полную, если честно. Без. Да, типично. Ну хотя бы не 3-1. 3-1 вообще по сути. А еще раз, будет 3-1, красиво. Давай напишем Санту все одновременно, что ты на этом писе, что-нибудь так. Готов писать ему писе? Да. Да. Раз, два, три. Представляешь, сейчас у него в игре просто вылезло, блядь, 4 писи. Охуенно. Он в ответ написал писи. Он мне тоже в ответ написал. Мне еще нет. Эй, где моя писа в ответ? Он мне написал. Да. Понимаешь? Сейчас ты видишь, просто 99,9 налетало тебе, я охуенешь. У меня нет доктрекера, так что я не знаю. Просто Ян взорвется через 13 секунд. Через 6 секунд. Прощайте все через букву Я. Прощайте, Ян, через 1 секунду. Че с ебалом? Актеры озвучивания одних известных мультипликационных детективов скопировали эту фразу у директора киностудии, который имел привычку заканчивать ей ругательные нотации.
Блядь. Ёпта, нахуй я нажал? Неправильный ответ. Серьёзно? Эту фразу? Игра Гугли. Гугли. Что вроде играется? Спит, наверное. Если бы я мог, я бы спал. Могу пойти поспать, что ли. Так я же могу это сделать.